Здравствуйте, друзья! Не прошло и 14 часов, как я снова с вами. Рад видеть ваши улыбающиеся никнеймы в чате. Вот давайте, кстати говоря, мы сделаем и мой улыбающийся этот. Вау! Извините, великовато. Да. Так лучше. Вот так даже. Вот так. Маленько, аккуратненько, все. Верхилл спрашивает, что будет Трансформер или Римворлд. Уважаемый Верхилл, ты можешь наблюдать расписание снизу по кнопке расписания. Ты можешь наблюдать расписание в сообщении дня. Ты можешь наблюдать расписание, если ты подписался на мой Твиттер. Или если ты подписался на мой ВКонтакт. Или... А, подожди, может быть, у меня неправильно... Да, косячок, я понял, о чем ты. Будет Rimworld. То, что тут написано Трансформера, я просто не переписал. Извините. Бывает. Завтыкал. Секунду. Ну что ж, челлендж на 1000 игр в Лотве. Горите в аду, пошли вы в жопу. Вот так. Ну ладно, начнем, господа, все. К черту эти самые разговоры. Шикарная борода, не знал, что ты так хорош. Я сам не знал, что я так хорош. Я думал, я на бомжа похож. У меня это ощущение, что я похож на бомжа, было... Да, я в золоте. Ощущение, что я похож на бомжа, было последний месяц. И вот оно ушло. Я сегодня посмотрел на бороду на свою и подумал, блин, я же практически волшебник. И... Короче, поехали. Господа! Legacy of the Void. Зерги. Один на один. И время показать всем, на что мы способны, на что мы годимся, к чему мы стремимся, куда мы придем. Мы всех победим, даже протосов порвем. Crazy Mage. Crazy Mage. Блин.
У меня на самом деле такой офигенный никнейм. Вот эти какие-то Crazy Mage, Dreamy Unicorn там. Я не знаю. Эрик Теодор Картманы. Нету у людей фантазии просто, понимаете? Надо, чтобы ваш ник был уникален. Абсолютно уникален. Я могу пойти зарегаться на Яха, и ник Пептар там будет свободен. Хотя нет, на самом деле, по-моему, там занят. Какой-то урод его занял. Есть какой-то Пептар, еще какой-то урод занял мой ник в Инстаграме. Тоже выложил там две фотки и все, и не постит туда ничего. Чмырина редкостная. Ненавижу таких. Так, ладно, я что-то отвлекся. А, у нас Протос, да? Поздравляю, у вас Протос! Ну, что будем делать? Я все еще не знаю билдов. Мы вчера играли, но опять что-то до хрена ЗВЗ. Я не понимаю, как это получается. Серьезно. Надо статистику посмотреть, сколько у меня ЗВЗ вот сыграно. Что ли все зергами играют, я хз. Не, ну, моя задача так какая? Моя задача выйти в алмаз за три расы. То есть сейчас я выйду в алмаз за зергов, потом буду за тосов играть. Я решил тернов оставить напоследок, потому что что-то терны мне очень тяжело даются. Вот. Отправимся на разведочку. Фернер говорит пропустить. Да я знаю, что ты слакер. И что ты пропускаешь рейды. Так, делаем вот так. Экстра лимитик. Хотя, кстати, один газ, наверное, можно было бы и не отменять. Ну ладно, черт с ним. Так, пробочка встретилась нам на пути. Угу. Угу. Ну, хз, короче. Так, королева, собаки две. А что он там строит? Он гейтвей вроде строит, да? Мы посмотрели? Я просто плохо посмотрел. Поэтому не запомнил, что он там делает. Нам нужно больше минералов. Так, значит... Нам нужно больше минералов. Ставим газ, делаем. Все, пробочка труб. А я не понял, вот он эту глухую застройку сделал. Он что потом собирается делать-то дальше? Нам нужно больше минералов. Ну, то бишь вопрос относительно... Не хватает надзирателей. Не понял, как этот чувак уже таскал газ? Вы поняли, как он таскал газ? Я нет. Не хватает надзирателей. Ага. А, то есть Зилот просто спереди стоит, окей. Так, все, тут мы все увидели. Чуть-чуть я со скрипом. Ну как чуть-чуть? Я нифига на самом деле не чуть-чуть завтыкал скрипом, но... А чё тосы вообще делают современные? Чё ждать-то? Ну, то есть не современные, а вот эти. Лотвовские тосы чё делают? Воздуха какого-то ждать или чё? Я помню, меня воздухом напрягали. Я не помню, правда, как и почему. Но я начал строить, короче, сейфовые спорки в бете. Ой, все пропустил. Так. Зачем я их начал строить, я не очень хорошо помню, надо признаться. Кстати, а чё у меня тут оверлорд не висит? И здесь можно где-нибудь повесить. Все же было бы тогда видно. Оверлордов слишком много построил. Оверлордов слишком много. Так. Ну я выхожу в какой-то, я не знаю, во что я выхожу на самом деле. Во-первых, я выхожу в огромное количество газа почему-то. Так, но огромное количество газа — это хрен с ним. Нам нужно
апгрейдики. Так, ну у него пока две нычки, да? Соответственно, по идее, ну прям по самой обычной логике мы должны поставить. Все, газ весь слили лишний. Мы должны поставить третью и дефаться. Просто поставить и дефаться. Ну, давайте так и сделаем. Давайте сделаем версиру, я не знаю. Я вообще не знаю, что у него там вообще совершенно. Это очень плохо. Ну, вы, наверное, и сами догадываетесь, что это очень плохо. И чё? Ой, они убили Мимикрида. Вот сволочи. Ну, давайте сделаем гидролизков на всякий случай. Я ничего не увидел, пацаны. Давайте сделаем еще разведочку. Так. Ну, делаем еще разведочку, ладно, пофиг. Отправляем оверлордиков куда-нибудь сюда. Так. Блин, очень сложно. Очень сложно. Ага. И что дальше? Форжаги и ты. Ага, колосса. А, погодите, эта херня, эта штука ведь не означает колоссов наверняка, она же, там эти, жах-шары, да? Вот, ах ты ж, зараза! Господи, как у меня от этих дропов бомбит протосовских, я вспомнил, почему я ставил спорки. Я вспомнил, блин! Просто делай, что хочешь, ничего не выйдет у тебя никогда, ты будешь в любом случае, тебя в любом случае разведут. Так, ну он, тем не менее, на двух нычках, в любом случае. И... я, правда, не знаю, как мне задефаться от этой летающей хрени без воздуха. Судя по всему, никак, но... ну я не знаю, как бы. Просто эти шары, по-моему, еще неуязвимыми становятся, да, когда лететь начинают. Нам нужно больше минералов. То есть это вдвойне весело. Блин, вот как? Просто, Близзарды, как? Да, может быть, я еще когда играл в бету в прошлый раз, может быть, я, конечно, слишком много, это самое, вайню, и у меня было такое с минками, что я говорил, что это не контрится, и мина это имба, а потом сам говорил, что мины вполне даже контрятся. Вот, но... просто как? Что? Он может бесконечно, этот гондон тут летать, этот плохой человек, пока я не сделаю какой-нибудь воздух. То есть, или воздух, или постоянно страдай. Санки, фиганки, насрать, на все. Он уже взорвал эту хрень мне, спаркроулер. У него, скорее всего, там армия какая-то. Ну и плюс он может сделать колоссов. Где варпризма-то? А вон она летит. То есть, и непонятно, во что он дальше будет идти. Ну, вроде он не идет в колоссов. Короче, хз. Ладно, давайте попробуем так. Какой хоткей тут. Ну, это просто лол. Не хватает надзирателей. Улучшение завершено. Улучшение завершено. Ну, Люра, это Люра. Она вопрос этот не решит. Это вопрос, ответ на вопрос, что делать сейчас. Наверное, Люра будет неплохой идеей, да.
Хотя, кстати говоря, еще неплохой идеей, наверное, были бы ревагеры. Как они там называются по-нормальному. А что, инфестейшн пит не строю? Нет, ясно. Нам нужно больше минералов. Недостаточно энергии. Ну, а он там поставил третью нычку. Значит, так, тут фотонки. Тут фотонки. Так, а он тут может пройти? Может. Он, видимо, это и собирается сделать, да? Да. Погодите, а у Люра уже есть грыды какие-то, да? Или их забрали уже? И по дефолту. А я не понял, почему эти штуки исчезают? Они умирают или что с ними происходит? Я что-то не врубаюсь. Раньше такого не было. Почему они исчезают-то? Вот это да! Близзарды, что вы понаделали там? Где у меня версира? Я там вижу что-то невидимое, не знаю что. А, это спел, сами шары остаются на месте? Лол. И дамаг такой же, что ли, или что там? Как вообще дела-то? Блин, где у меня мута? Так, вы будете на троечку, мута будет на двоечку. И вы будете на двоечку. Скорость с оверлордом. Оп!
Ой, мута, улетай. Что, гейчик, не зашло? Чтоб тебя! Ну, я так понимаю, у него там грейдов нет, ага. Так и есть. Месторождение минералов выработано. Грейдов нет. Ой, у него масс-воздух, лол. У меня тут уже как раз дозаказался гидрой. Начинается. Наши войска атакованы. Нам нужно больше, Леспена. Да есть же! Вот это был скилл, а? Вот это был скилл. Фух. Не, ну и на самом деле он такой, в общем, протос, дно. Я, бич, собрались два инвалида, встретились, и я оказался получше.
Так, ну что? Сколько стоят уроки Старкрафта? Друзья, ну я думаю... Поначалу, думаю, буду брать полторы за час по скайпу, значит, с вебкой, вот, ну, за академический час, конечно, не за астрономический, конечно, 45 минут, ну, это стандарт всегда так берут все. Вот. Но, значит, сделать гибкую систему скидок, чтобы, допустим, если вы берете 100 уроков, то цена за каждый урок, допустим, у вас получалась уже не 1500, а 1400, например. Ну, то есть, чтобы ощутимо было, если вы больше... Ну, в общем, обращайтесь. Я за любую расу, до ML включительно, тренирую, профессиональный тренер, огромный тренерский стаж. Все очень хорошо понимаю, знаю, разбираюсь. Обращайтесь. Ой, я пропустил. Арчер перевел мне 5 рублей. А, оу, спасибо, Арчер. Сейчас, конечно же, мы добавим его в список донатеров. Да, лучше, конечно, брать сразу 5 уроков. Это правильно. По скайпу с вебкой уроки говорят Старкрафта. Ну... Могу еще параллельно учить общаться с девушками за те же деньги. Я в этом хорош. Вот у Арчера, например, спросите. Он знает. Вот. Я альфач настоящий. И... Ну, в общем, в любом случае, деньги вы зря не потратите, друзья. В любом случае. Поехали. Не, тернов, наверное, не будет. ТВЗ. Но терны будут в исполнении какого-то... Это Marine King... Нет, это Мару, я думаю, друзья. Это Мару. Мару играет против меня. Корейский ник. Тут написано Мару. Вот. Сейчас посмотрим, как я сыграю с ним. Господи, напомните мне выключить эту дебильную карту. Я совсем забыл, что она тут тоже есть. Это же Moonlight Madness. Боже мой, как у меня бомбит от этой карты, когда я ее вижу. Каким надо быть дегенератом, чтобы ее нарисовать? Близзарды, серьезно, объясните, почему вы ее сделали? Кто-нибудь может объяснить? Никто не может, потому что никто не знает. Я не знаю, через постель, наверное, то, какая-то тупая женщина, которая ничего не знает в Старкрафте, нарисовала эту карту. И Дэвид Ким пообещал ей, что он добавит ее на ладдер. После ночи, проведенной вместе. Она такая, правда, ты добавишь? Ты точно Дэвид Ким? Ну, потом в итоге оказалось, что это не Дэвид Ким, но... Не Дэвид Ким пришел в... Так, а где, подождите, тут... Не, стоп, а где натурал-то строить надо? Здесь, по идее, да? Не, ну, блин, я не знаю, где... Ну, давайте здесь построим. Короче, азиат какой-то левый просто совратил бабу, притворился Дэвидом Ким. Потом пришел в офис Blizzard, говорит, вот тут карту я нарисовал, выпускайте. Они такие, Дэвид, это точно ты? Почему у тебя нет бейджика? Он такой, вы что, меня не узнаете? Они такие, да, конечно, узнаем, Дэвид. И все, и опубликовали карту. Ну, у азиатов это легко. Азиаты постоянно так нас с вами дурят, на самом деле. Их не столько даже много, как мы думаем. Этих китайцев там всех. И просто когда идет перепись, они изначально в конец очереди перебегают. А мы такие, о, как их много. Так, что-то я не то делаю. Смит спрашивает, даю ли я уроки по трансформерам. В общем-то да, в общем-то да. Блин, надо джойстик купить для трансформеров. Я сказал жене, что я хочу купить джойстик, а она сказала, давай сначала посмотрим, сколько у нас останется после оплаты автошколы. Она пошла в автошколу, а я должен за этого без джойстика сидеть. Пипец просто. Отстой какой-то, прикиньте.
Так. Убить, 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 убить. Отлично. Что-то я, по-моему, многовато сделал этого самого. Что тут? Ну, обычное стандартное развитие. Я хз, на самом деле, что Терран может сделать. Поэтому просто поставлю еще одну хату. Ну, потом. Так, давайте скорость сделаем, наверное. Сдавать как будет? Да, вроде собралась сама. Она думала, думала. Но у нас нету времени, денег в любом случае на то, чтобы она сдавала за бабло. Так что пусть дает сама. Но там же дело в том... Ну, серьезно, я когда сдавал, я прям вот... Так, погодите, ты будешь седьмая, ты пойдешь сюда. Ты будешь восьмая. Дело не в том, что сложно сдать из-за того, что... Ну, самому экзамен на вождение из-за того, что ты плохо водишь. Его сложно сдать из-за того, что тебя тупо валят. Его вообще никто не сдает почти сам там. Единицы. Хрен знает какой попытки. Поэтому не знаю, как она будет сдавать. Я не знаю, как она водит, но... Но мы все умрем. Отвлекся я немножко. Так. Смит прислал 1000 рублей с комментарием фот геймпада. Спасибо, Смит. Так. Это мы делаем, наверное, вот так, вот так. Ну чё, а чё? Мне надо понять, чё он, во что он играет. Правильно? Правильно. Значит, давайте ставим тут 2 эволюшена, допустим. Так, тут так, так. Во что он играет? Чё это за хрень опять? Блин, я так не могу понять, что эти летающие дурынды делают. У меня от этого, ну, не то чтобы прям сильно бомбить, но я расстраиваюсь немножко. Потому что, ну, непонятно же, чё они играют непонятными штуками. Это нечестно вообще, как минимум. Взял мне, сбил всех оверлордов. Тварь. Тварь, сволочь, тварь. Короче, я даже не знаю, вот этот летающий фиговина, он что-то значит или это просто значит, что он старпорт построил? Да отстань ты от меня, козлина сраная! Пошел вон! Он какой-то воздух. Мех. Ну, короче, в мех Терран, да? Так, ладно, отменяем. Я не знаю, что делать. Гидроден. Чё, а чё газа так мало? А, конечно, конечно, кому надо добывать этот газ на натурале? Пфф. Этим только лохи занимаются, конечно, естественно. Так, сюда эти самые, туда, сюда. Так... Так, ну тут у нас уже все неплохо. За исключением того, что эту штуку, судя по звукам, жгут. Недостаточно энергии. Наши войска. А чем же я буду дефаться, спросите вы меня? А чем бог пошлет? Может попробовать? Да нет, дебильная идея. Отставить. Блин, там же эти минки. Что он делает? А, он криптумор убивает, лол. Наши войска атакованы. И чё, я не понял, он вот прицелился и чё? И ничего, да?
Че это за херотень? Че он тут понастроил? Он же меня убьет сейчас всем этим. Какие-то воз... Че это за кружки, блин, саны? Все, короче, пошел он в жопу. Просто в жопу. Давайте хоть повтору посмотрим. Посмотрим, что это за чмри такие. Я не читал их анонсы на самом деле. Когда этих парней анонсировали. Я такой, о, прикольно. Будет еще веселее играть Мехтерном, подумал я. И все. Типа как у танка раскладка. А, то есть он в этой области бьет, да? А как против этого играют вообще? Честно говоря, мне кажется, что тупо масс воздух это бы законтрил изи. Масс мута. Я не знаю, эти парни как-то могут помутить. Да ставься на паузу, алё, чё? Ладно. Ясно. Так. Ну, то есть... Сплэшом бьют. Но мут можно расплитить. Где написано, что они бьют сплэшом? Артиллерийский корабль, оснащенный ракетами, воздух-воздух, наносящими урон по области. Защитный рельеф для поддержания войск. 150. Ну тогда, по идее, ну я не знаю даже. Самое тупое, что приходит в голову таракана... Ну, вот именно против этого чувака можно было сделать таракана с закопкой. Но еще как понять, что он будет делать эту фигню? Масмута говорит, хлам рассыпается. А че у них с броней-то? Так. А, их можно еще и с реактором строить. Жесть какая. Я что-то привык к тому, что... Ну, когда только вышел лот, все как-то не могли халявить. Все друг друга быстро убивали. Может быть, мне стоит побольше халявить? Вы заработали достижение еще разок. Еще разочек. Против них ревенджеры хороши. Ну и караптеры, ты делал правильно. Вообще вайперы рулят. Ревенджеры. Так, ну хорошо. А что это пиликнуло у меня? Я не понял, а что пиликнуло-то? Ничего не написано. Отлично, пиликнуло и ничего не вылезло. Good game! Что произошло? Ну точно ни денег никто не прислал. Че, много? Видел новое белко и правня? А. Так, ну поехали. Арсенал, начинал, ясно. Пик, поехали. Тираны из алмаза, ничего себе. Кстати, вы мне не напомнили, чтобы я отключил Moonlight Madness карту. Почему? Вы меня не любите? Так, ладно, давайте попробуем похалявить.
Посмотрим, что из этого может получиться. Ну, там с разведкой, допустим, я не знаю. Погодите, по идее, Верлорда сейчас надо ставить чуть ли не 12-го. Да? Или как? Как вообще начинают-то, когда собираются делать много дронов? А что делает новая билка вайперов? О, он строит барак. Самые свежие разведданные от Пептаро. Вот как их надо было выигрывать. Знание тактики? Не, не слышал. Наши рабочие атакованы. Нам нужно больше минералов. Нам нужно больше минералов. Тра-та-та, тра-та-та, мы везем с собой кота. Шарики, собаку. Ой, а чё я плутал, лол. Кое-что забыл, я думаю, что-то я забыл. Чё-то да, чё-то забыл. А зачем я два газа построил, это правильно? Слушайте, мне кажется, что нет. Но давайте представим, что да, вообразим. Давайте пофантазируем, ребята. Главное, что... Что главное? Главное, что я тупица. Вот что главное. О, а ты что за мной едешь-то, слышь? Страх, что ли, потерял? Так, что-то многовато сюда уехало. Ну, по идее, можно через тараканов потом выходить в реверсеров, если такая хрень случается, вот как сейчас, да? Ты чё? Это чё такое, я не понял. Это чё? Так. Я чё-то застремался. Я чё-то... Да, короче, газ вообще нафиг не нужен такой ранний. Я тупой. Ну, а что поделать? Уж такой уж я. Он уже не достраивает эту хрень? Чё такого в инженерке? Инженерка точно ничего не может, я бы знал. Да, он её отменил. Что это было, не ясно. Так, парочку собачек. Нам нужно больше минералов. Ну, по идее, раз я такой офигенный и такой ранний газ построил, надо что-то с этим газом делать, но чё я... Нам нужно больше минералов. Без понятия вообще. Наши рабочие атакованы. Бля, отстань от моих рабочих. Да этот парень знает, что такое микроконтроль. Не хотел бы я встретиться с ним в темном переулке. Не хватает. Да, это наша главная проблема. Нам нужно больше минералов. Развитие завершено. Нужно больше минералов. Это что такое? Он что, за хуманов, что ли, переиграл? Недостаточно энергии. Нам нужно больше минералов. Наши войска атакованы. Смотрите, мародеров понастроил. Нам нужно больше минералов. Меня немножко смущает отсутствие у меня разведки. Нам нужно больше минералов. Вполне возможно, что эти его войска уже идут ко мне, а я просто забиваю болт на это тем временем.
больше минералов. Наши войска атакованы. Действительно идут. Нам нужно больше минералов. Действительно забиваю. Блин, у меня сейчас даже красный лимит будет. Как думаете, мои четыре таракана справятся? Ох, что-то я сомневаюсь. Ну, не, вроде справились. Веспен это мы можем. Так. Все, готово. Ну чё, пацаны? Чё у него тут? Ой, не-не-не. Конечно, через мост тараканов играть туповато на самом деле. А чё у нас с дронами? Больше дронов надо. Чё он тут тусит? Чё у него дома-то? Давайте посмотрим. Но он в пехоту играет, судя по всему. Блин, ну вот на таких хрен потренируешься на самом деле. Я даже не знаю, чего я мог ждать, потому что ждать особо было нечего. Ну, давайте посмотрим в любом случае. Anyway. Ну, короче, ставим хату. И идем его убивать, я думаю. Просто опаньки, это что такое? Месторождение минералов выработано. Так, еще нам нужны аверсиры срочно. Где версиры-то, алё? О, нет, он идет в атаку основной армией. А версиры назад. Господи, мать вашу! Вообще, конечно, тараканами драться против мародеров, что может быть тупее. Пойдемте. Чего уж тянуть.
А ревенджеры вообще как? Они контрят? Ну как они? Насколько они эффективны против мародеров считаются? Джиджи, еле-еле какого-то бомжа обыграл. РВСРА 222 рубля прислал с комментарием на автошколу и вообще. Спасибо, РВСРА. Зачем тебе версиры, если Voyager и лол? Чё, блин? Новый портрет! Уровень 8! Да ей же! Так, РВСРА. Фу, Арчер на третьем месте. Как нищеброд какой-то. Так. Сейчас у мародеров такой бонус побронированным. Так что сейчас только в тараканов и играть в разных вариациях. Че? Я не понял. Кто такие воеджеры? А, тараканы, говорят, уже не настолько тупо. Ага. Опа, у мародеров сорян по броне срезали, ясно. Солные ручи, оп. Ясно. Учтем. А реведжеры бронированными считаются или какими? Я не знаю, извините меня за мои вопросы. Ну, я же должен учиться. Слушайте, я, по-моему, запись не включил. А нет, включил. Слушайте, тут скинули, короче, смешную картинку в одну из конференций, где я сижу. И у меня появилась гениальная идея. Пойти работать охранником в ночную смену на какую-нибудь автостоянку. Это же просто бомба. Представляете, сижу я в будке, там компьютер, и я стримлю. То есть, мало того, что мне платят бабло как охраннику, так я еще и стримлю. Ну, офигенно же. Если у вас в Питере есть работа, на которой я смогу стримить и при этом сидеть и работать, пишите. Да, воеджеры бронированные. Да какие воеджеры? Ревенджеры? Почему он называет их воеджеры? Это что, какая-то шутка на СК2 ТВ, что ли, новая? Воеджеры — это что-то гейское означает, поэтому вы используете это слово. Так, поехали. Тири-тири-тири-тири-тири-тири-тири. Ну, я туда интернет какой-нибудь проведу. Билайн, у меня есть там контактики туда-сюда. Нет кунг-фу капа, не будет, как ни удивительно. ЗВЗ! Блин, я опять не выключил эту хрень! Напомните мне, блин, после игры выключить эту хрень. Так, отменяем. Все, ЗВЗ, сейчас этот парень... Ох, хе. Ну, в общем, я ему уже не завидую. Выходи на площадь и предлагай фото с львом толстым иностранным туристом. Нужно больше минералов. Нам нужно больше минералов. Дроны, 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 дроны. Собираем газ. Дроны, 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 дроны. Это полный атас.
нужно больше минералов. Нам нужно больше минералов. Заказали оверлордика. Так, ну что, сейчас будет суперстрата. Королева, скорость. Собака. Собака. Оверлордика делаем. Тут. Так, инъекция. Эти собачки бегут. Бегут куда-нибудь, где их не видно. Так, блин, по-моему, мы только что спалились чуть-чуть. Я, конечно, не специалист. Но выглядело именно так. Вот на этом оверлорды. Совсем спалились. Что делать будем, мужики? Но у него нет натурала, хотя кто знает, может он там есть. Ну, по идее, он сейчас уже должен начать там дефаться, да? Ну, тогда... Тогда мы закажем дронов, короче. Пусть он боится, а мы будем халявить. Так, ну вообще стоп, наша задача, наша цель. Наша цель натурал. И тут уже нельзя драться. Нормально. Кстати, заметен пинг, вот когда начинаешь беллинга ворса, пинг заметен реально. Так, больше газа нам нужно, во-первых. Ну, короче, не очень получилось из-за того, что он меня спалил. Еще я долго не делаю инъекции. Это тоже не очень положительно сказывается на ситуации. Thank you.
нужно больше минералов. Так, ну у него все еще нету. Тут он, кстати, видит, что я камни грызу. Немножко мы спалились. Атакованы. Ну что поделать. Так, а тут у него оверлорд вроде куда-то улетал. Интересно, во что он вообще в целом играет. Угу. Ну, можно попробовать затестить, во что он играет. В смысле, затестить и узнать. Что там у него кроме собак-то? Да, взрывы очень плохие с моей стороны. Кому-то там у него побольше, ну, пацаны. Атакует улей. Иночку я не успел ни поставить, ни отменить. Поставить, в смысле, защиту не успел поставить. Какого хрена у меня на все на один бинт? Блин, а как так вышло, что он в муту раньше меня вышел? Дасман спрашивает, когда будут норм-турниры по Старкрафту. Норм-турниры по Старкрафту будут в 1 ноября будут норм-турниры, там будет финал ВЦС.
Финал ВЦС я, конечно, буду комментировать, да. Блин, какого хрена? Давайте разберемся. Я Бон Банания? Вот урод, я его ненавижу. Не зашла моя страта, а как же она могла не зайти? Ну я спалился, да. Так, ну-ка. Надо все переделать. Плохая страта. Будем менять. Карта, точно, 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 убрать карту. Спасибо, Эрик Теодор Картман, ты лучший просто. Так, в жопу. Как написать еще, что создатели этой карты козлы? Фух. Протос, тутобе... Что? Не успел прочесть. Так, мы продолжаем исследовать теорию, говорящую нам о том, что... О чем нам говорит теория, я забыл. Забыл, что хотел сказать. А, о том, что я слишком сильно тороплюсь и надо халявить. Давайте. Давайте халявить вместе. Правда, я опять забыл, как надо играть вначале. Я хотел поправить 12-го оверлорда. Не знаю, как его на самом деле надо было. А урон спрок пофиксили? Да, это круто. Мало кто, говорят, играет в муту. Я лучший за ВЗшер. Просто надо подстроить билд под новые реалии. Я просто госу за ВЗ. Никто меня не может выиграть. Разорву любого МЛ-зерга и половину ГМЛ. Куда этот придурок поехал своей пробкой? Надо посмотреть, насколько он серьезно мне собирается мешать. И надо ли мне пул ставить сейчас будет или что там. А, то есть он не собирается мне мешать. Или собирается. Ясно. Дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин. Я снял ему щиты. Получай, мерзкий пилон. Что ты скажешь на этот удар клешнями, мерзкий пилон? Так, ну что ж, господа. Нам нужно больше минералов. Давайте искать пробку. Thank you.
нужно больше минералов. Нам нужно больше минералов. Так, каким там атакованы наши войска, никто не заметил, да? Ну, наши войска же профессиональные. Кто будет смотреть, кем они атакованы? Кому это надо? Еще разок забежим, чекнем, че как. Наши войска атакованы. Ну вот он убил мою собаку. Тварь. Не знаю, что мне дальше надо делать. Давайте сделаем гидроген. Допустим. Что-то у меня версиров как-то многовато. Мягко говоря, каждую игру. Не, конечно, это очень хорошо, что я так профессионально избегаю supply блоков. Ну, начинается. Блин, я не понимаю, как быть. Как мне было узнать? Надо раньше разведку было делать, хер его знает. Как еще? Собак или хотя бы плетку по периметру всей базы? Так, ну ладно, попробуем еще разок. Путь из золота сложен и тернист. Блин, просто надо какие-то, наверное, стратегии посмотреть. Мне кажется, вдруг мне эта мысль в голову пришла. Потому что вот это вот этот дроповый, он по-любому какой-то тайминговый, опять этот crazy match. Гребень Лири Рилил. Дрон. Дрон. Опять я Эверлорда забыл заказать вовремя. Да что ж ты будешь делать-то, а? Ух. Не знаю, как тут так, так.
По идее, лучше тараканов строить. Быстренько. Чуть-чуть для защиты. Наверное, не знаю. Еще дрон, еще дрон. Опачки. Кого это мы тут нашли внезапно? Нам нужно больше минералов. Ага, так, так, так. Королева раз, королева два. Собачка. Собачка. Дрон, 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 дрон. Так, сейчас скорость будем делать. Дасман, я тебя не понял, к сожалению. Сейчас я посмотрю, видимо, я что-то перепутал. Так, еще королеву заказываем. Да не тут, а тут. Так, ты иди давай криптуморы ставь. Нам нужно больше минералов. Лэйр пошел сюда, ребят. Нам нужно больше минералов. Нам нужно больше минералов. Парочку тараканов. Не знаю зачем. Кстати, оверлордов можно было развесить вполне. Эволюшн. Еще. И словили supply block. По красоте. О, ну начинается. Наши войска атакованы. Роботикс. Ну, видимо, собирается дропать свои сраные шары. Откуда? Блин! Кто же знал? Ну хотя это казалось бы очевидно, да, что он пойдет в атаку, но... Нам
нужно больше минералов. Практически отбился. Практически. Я просто... У меня бомбит. У меня бомбит от этого говна. Шикарь, я тебя заигнорю. Так. Шикарь, заигнорили, продолжаем дальше. Зерг, так, мы против зергов собирались использовать новую стратегию. Супер-пупер страта. Погодите, во-первых, в этой страте нету вот этого дрона. Сразу пул. Нужно больше минералов. Так. Газ. Нужно больше минералов. Дальше строим дронов. Нужно больше минералов. Нам нужно больше минералов. Ну посмотрим, что из такого билдордера получится. Надо просто потестить. Транспул не работает. Хорошо, как скажете. Эксперты. Пам-пам-пам-пам-пам, пара-пам. Пам-пара-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Так, заказываем скорость собакам. Заказываем еще собак, чтобы они простаивали. Делаем игру. Да, вот так вот я играл раньше. Вот так. Вот те тысячи игр я играл так, я вспомнил. Я прозрел, наконец-то. Все не напрасно. Блин, он увидел мою раннюю собаку. Немножко нехорошо. Ну ладно. Недостаточно энергии.
Понеслась. Блин, у него уже две королевы. Вы смотрите, что творится, а? Урод, а? А че эти собаки-то тут стоят у меня? Блин, взял, просрал выигранную катку, ну пипец. Да пиптар, давай, да куда ты щелкаешь? Куда ты щелкаешь, дегенерат? О боже мой! Часть собак дома, взрыв, сука, жми! Да разорви же ты их! Это пинг все, это пинг, я их взрывал! Я их взрывал, этих тварей! Господи, боже мой, да в убейте! Да иди ты сюда, твою мать, налево тудыть, сюдыть! Все, сюда, бегом, бегом, бегом! Да, да блин, не, у меня лагает, в этом все дело, короче. Боже мой, как же ты у меня бомбит, да? Как у меня бомбит? О, боже мой! Нет, чисто лаги, вот, ребята, по-любому, я вам говорю, вы там думаете, что я что-то выдумываю, да? Но, блин, почему-то я мышкой еще не могу выделить то, что хочу. Раньше я мог выделить мышкой то, что хочу, а сейчас... Да микро, мать твою, я почему не могу сплетить собак-то? Что за хрень? Мышка... У меня же мышка за 270 рублей, поэтому я так плохо... Конечно! Блин, сраные лаги и сраные говно мышки. Друзья, покупайте Razer. И чтобы не дешевле 5000 рублей оно стоило, обязательно... Обязательно только очень дорогие мышки Razer позволят вам играть хорошо. Естественно. И чтобы там была лампочка. Если лампочки нет, все, мышь говно. Учтите это, пожалуйста. Блин, да вот дерьмище-то, а! Боже, как у меня, боже, как у меня бомбит, как бомбит, сильно бомбит! Я ее выиграл, эту игру, я ее выиграл, я потом не смог просто нажать! Ах, ты ж зараза! Ты ж такое ж, ты ж твою ж налево, а! У меня ж голова закружилась от этого говна. Ненавижу StarCraft, боже! Почему? Я пойду работать таксистом! Таксист Пиптар везет вас всех домой! В пятницу отдыхал с друзьями в баре и не знаешь, как добраться до дома, метро уже закрыто! Таксист Пиптар везет вас домой! Санкт-Петербург, таксист Пиптар 666-3333. Блин! Это дерьмище, одно вокруг дерьмище. Ах, как путут. Так, ладно, Пиптар, соберись. Да не трогай моего оверлорда! Кто тебе разрешил его трогать? Пошла вон!
Шлюхина дочь! Получай, получай выстрелов от моих собак, ну в смысле укусов. О, давай, о, отлично, законтрил. Боже, я проигрываю дегенератом, неполноценным имбецилом. Как вообще это возможно, спросит Стив у меня. А я такой же, да, да. Давай, иди сюда, давай. Опачки, Прижали подружку. Опаньки, у него таракан, так. Оп, так, чуть-чуть тут забрали. Чуть-чуть тут забрали. Все, ушли. Так, тараканы с ревегерами. Ну, не самый плохой вариант, на самом деле, для меня. Так, хорошо, хорошо. Главное контролировать карту. Главное контролировать... Ты иди сюда, что ты там висишь? Мы должны, блин, контролировать карту, слышь? Во! Иди. Давай сюда. Отлично. Так, тут у нас где мама Криптумор? Сейчас мы ее увидим. Что-то нет тут мамы Криптумора. Не бегай, не бей моего этого. Так, давайте-ка проверим, нет ли у него хаты. А вдруг? У него хата, вы это видели? Вот скотинос. Так, короче, начинаем. Начинаем операцию развод. Вперед, мои храбрые псы! Вперед, мои храбрые муталиски! Вот она, мощь зергов! Сдохни! Ты не понимаешь игру и на десятую часть от того, как понимаю ее я. Ничтожество. Я смел его с карты. Уничтожил. Давайте даже ему напишем об этом. I, I was destroy you and I have... Вот так вот. Перерыв. Пойду за водичкой. 5 минут пауза. Надо передохнуть.
Так, господа, перерыв заканчивается, мы продолжаем. А, продолжим. Продолжим, да. Сейчас зададим. Сейчас устроим. А что у нас нету вебочки? Кстати говоря, этот парень, которому я написал, что я уничтожил его. А, там что-то с донатом были какие-то проблемы. О, как это вышло? Неясно. Сейчас, секунду. Да. Претензия принята. Дасмен. Вот. Парень, которому я написал вот это, добавил меня в друзья. То есть все легко. Вы выигрываете зерга в ЗВЗ, пишите ему, что у вас большой пенис, и он добавляет вас в друзья. Миртх. Теран Миртх. Ну что ж, Теран Миртх. Так, я опять забыл. Ладно, давайте построим сейчас хату 14-ю. Спрашивает, работает ли это только зергами. Не знаю, возможно, вообще, по идее, должно работать с протосами лучше всего. Нам нужно больше минералов. Пептарка, где реворд? Снизу? В группе ВКонтакте, в Твиттере. Есть расписание. Я не знаю, зачем оно нужно, потому что его все равно никто никогда не читает. По-моему, я занимаюсь каким-то говном, когда делаю это расписание. Ну, в общем, если туда посмотреть, то можно найти ответ на многие вопросы. Так. Дроны, дроны, дроны. Че он там своей КСМ-кой ездит? Он что ли ездун? Что, слово ездун нельзя писать в чатике? Ну-ка попробуйте еще кто-нибудь. Да, я думаю, это глюк, скорее всего, можно. Попробуйте, попробуйте. Но не могут ведь быть модераторы Гудгейма настолько безумными, чтобы запретить слово ездун от слова ездить. Нам нужно больше минералов.
нужно больше минералов. О, работает? Можно, то есть, да? Ну и отлично. Так, мною было принято волевое решение, как вы помните, играть через королев. Нам нужно больше. Так, что-то газа многовато, да? Значит, как-то... Атакованы. Отстаньте от моих войск, уроды. Нам нужно больше недостаточно энергии. Так, лейер пошел. Инъекция. Роучварон. Дроны. Погнали. Отстанет моих войск. Урод. Такс. Нам нужно больше минералов. Мы можем строить. Ну что, делаем тараканов на всякий случай. Развешиваем оверлордов. Газ. Делаем разведочку. Стоп. Ну и дронов по максимуму. Опаньки. А, таракан-то уже здесь. Так, ну сидит на двух нычках, правильно? Значит, сейчас ко мне что-то прилетит, придет, прибежит, я не знаю. Отстанет моих криптуморов, скотина. Блин, какие же тераны, это, мерзкие. Да, пацаны? Че это вообще за страты такие? Я скорость тараканом... Блин, вот в чем дело. Я думаю, что за хрень. Думал, тараканов переделали. Мне мозги переделали на самом деле. Но он все еще сидит на двух нычках, в принципе.
хватает надзирателей. Может быть, надо было правда делать, как я хотел? В плане... А чё я хотел? О чем я говорю? Я не знаю. Па-па-па-па-па-па-па-па. Чё, нычку-то занял, не? Занял. Ну, пойдемте тут нападем. Хотя тут, скорее всего, тоже должен быть танк. Нет, нету. А, как я хотел, я про закопку. Закопку делать. Он делает масс этих пацанов. GG, yes! Красава! Вот так вот я уделал этого терна. Вот так вот. Ох. Не нужны поздравления, не надо меня поздравлять. Я знаю, что я хорош, и лучше меня просто не найти. Просто я делаю то, что делаю, а делаю я то, что делаю. А делаю я то, что хорошо умею делать. Я играю в StarCraft, друзья, и я лучший. Я просто лучший, и поэтому я в Орлиной Лиге. Теперь так. Теперь так. Да, да. У Смида там что-то падает от скучных стримов. Когда уже на BlizzCon поедешь? Ну, не раньше, чем через 2 года. Скорее всего. Продолжим. Шикари жалуется, что я его заигнорил, там глянул в чатик из КДОТВ. Потому что меня бесишь, не надо меня бесить. Ладно, потом. Я вчера забыл Castle Crashers разыграть опять. Разыграем сегодня. Там на трансляции по RimWorld, скорее всего. Или перед ней, допустим, она-то через час начнется. Все еще можно выполнить необходимые для участия в розыгрыше действия. Вот ссылка.
Прямо забыл разыграть. Ну, я их позавчера разыграл. Но да, так я забыл. Я хотел вообще пятерочку разыграть. Ну, людей было мало. Я не думаю, что... Многие бы получили удовольствие от этого розыгрыша, вот так скажем. Пусть за мной останется должок. О, а мы игру-то не ищем, лола, я сижу, думаю, что так долго не находится. Не зашло. Не задалось. Привет, кстати, ребятам на Твиче. Вас там, я вижу, 10 человек, подписывайтесь. Ребята, почему у меня чат не работает на Гудгейме опять? Опять что ли за Касперского? Да сколько можно-то, елки-палки. Ну-ка напишите что-нибудь, хоть проверить, работает ли чатик. А, сработало все. Все хорошо. Оу, корейский тиран! Это Марин Кинг. Понеслась. Супер рейпоинты расставлены. Кстати, вот это не надо вот так, оверлорда. Оп, я просрал личинку, зачем я отменил? Зачем, Пиптар? Зачем ты это сделал? Ой. Как все грустно. Теперь у меня нет личинки. Теперь у меня будет на одного дрона меньше. А потому что я скилловый парень. Кто поспорит с этим? Никто не поспорит. Скилловый парень. Обычный парень. Я уже не парень, я уже дяденька. КСМ-ка ко мне приперлась. Шла вон, тварь. Убить ее. Я убил корейскую КСМ. Дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан. Дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан. Так, роллипоинты не очень точно стоят. Я вдруг... Опаньки, кого я это нашел тут? Так. Так. Собачка. Собачка. Газ. Дрон. Поехали ставить хату. Хотя бронять, конечно, лучше проще эту, хотя и ближе будет. Но попробуем так. Летят, вы видели, что творится? Кошмар, просто кошмар. Нам нужно больше минералов. Нам нужно больше минералов.
нужно больше минералов. Лэйр. Роучварон. Еще дроны. Так, смотрим, как тут дела. Переводим рабочих. Ага. Нам нужно больше минералов. Мы можем строить только на слизи. Развитие завершено. Недостаточно энергии. Наши войска атакованы. Нам нужно больше минералов. Наши войска атакованы. Ой, там их уже больше становится. Этих ребят-гелиончиков. Что-то газа у меня нифига нигде нету. Не хватает надзирателей. Нужен беспеновый гейзер. Ой, а что он тут делает? А, я его выбрал биндом, да? Какая досадная случайность. Так, хорошо. Хорошо. Чуть-чуть, конечно, грейды все поздновато. Блин, опять это гейское говнище, а? Блин, вот он этим полностью мешает. Либо спайр, либо... Что делать непонятно, короче. Нужно больше минералов. Я не хочу строить спайр просто так каждый раз. Хотя, конечно, могу. Мы может попробовать. Только на слизи. Наши войска атакованы. Да будь ты проклят. Вот как я... Да нет, тут без спайра не вариант. Че, я буду за ним бегать, что ли? А где его? Как его увидеть, найти? Короче, пойдемте в атаку. Ну это пипец просто полный. Атакованы. Да идите поднимайтесь сюда, насрать что за стройка. Атакованы.
Че, он меня все убил? Блин, всегда вылетает левый контрол. Да что? Всем эта клавиатура хороша? Всегда, блин, левый контрол. Какого хрена? Где он теперь? Я уже четвертую клавиатуру покупал из-за того, что просто контрола нету. И что, опять что ли? Да вы прикалываетесь. Да ну в жопу. Где он? Я знаю, что у меня было два спайра, я просто не знал, дамажит ли тот самолетик по наземным зданиям и построил на всякий случай запасную. Блин, я, короче, не знаю, мне надо контрол найти. Так, а вебка-то, кстати, куда делась? Так, ладно, вебку мы вернули.
Так, я вернулся. Контрол не найден. Я достал его из другой сломанной клавиатуры. Это печально. Но что поделать. Печально на самом деле другое. Во-первых, то, что меня убивает, во-вторых, то, что я рейджу. Какой-то гнусный корейский тиранишка с АПМом 150 убил меня своим говном. Так, ну что, давайте продолжим. Улыбочка. Здравствуйте, друзья. Поехали. Протос КДЖМ. Ну что ж, Протос КДЖМ, давай. Посмотрим, на что ты способен. Нам нужно больше минералов. Так. Нам нужно больше минералов. Оверлорда заказали. Еще оверлорда заказали. Еще. Хотя, погодите, какого оверлорда-то еще, лол? Стой, дебил. Оверлорда он заказал. Так, дрон, поехал. Дрон, ах ты ж зараза. Чуть-чуть спалился, да? Хотя, ничего тут. Погодите, ли он туда ехал ставить прокси, лол, что? А, вон пробка же. А я все гоняюсь за ней. Так, заказываем еще, чтобы не простаивали эти. О, а где он тогда? Он тогда получается вот там? Неожиданно, честно говоря. Ну, еще он мне может зафотонить. Давайте пойдем посмотрим, не происходит ли это. Какой неожиданный поворот! Зафотонил он меня, но за что? Ведь я хороший. Thank you.
Я должен убедиться, что он тут. Во-первых. Угу. То есть он решил сидеть на двух базах. Интересно. Нам нужно больше минералов. Нам нужно больше Веспена. Да, на одной. Я неправильно выговорил. Ой, чуть-чуть палимся мы. Немножко. Нам нужно больше минералов. Грыды какие-то делаются, музыка. Развитие завершено. Нам нужно больше минералов. Нам нужно больше минералов. Господи, как же я ненавижу протосов! Как будет по-английски сдохнуть? Срочно нужно. Да это не сдохни, да это умри. Не надо сдохни. Так, что у нас там за ВЗ? 12-й пул, говорите, вы не работаете. Ну что ж. Давайте посмотрим, работает ли 12-й пул. Нам нужно больше минералов. Нам
нужно больше минералов. Нам нужно больше минералов. Нам нужно больше... Минералы, минералы нам нужны совсем. Много-много минералов. Так, надо было, кстати, пул здесь ставить. Он же прилетит. А чё крип такой? Обрезанный. Забавный. Так, собачек. Чтобы лимит не простаивал. А где его оверлорд, кстати? Почему он не летит? Я же не видел его оверлорда, да? Это офигительно странно. Не, оверлорда нету. Он вообще не авкли? Не, вон там у него что-то ли... А, вот оверлорд. То есть он уже знает, что я иду, да? О, а че, я не снял рабочих с газом? Чуть-чуть не хватило микроконтроля, немножечко совсем. Легкие ошибки, которые бесспорно... Блин, да почему не кликается-то? Которые бесспорно не могут привести к поражению. Да взорвитесь, да блин, ну я же, ну чё за херня? Если я жму через оклик, они должны взрываться. То ли близы что-то переделали, то ли это правда из-за задержки на стриме. Ой, на каком стриме, блин, из-за того, что на американском серваке. Ну, даже видно, видите, вот я заказываю. И как бы это самое... Ой. Нет! Ух. Я думал, это вылупились уже. Так, у него есть боллинг Нест, а я вообще на это забиваю радостно. Вот так вот. Скилл. Да. Хорошо, что я так хорош. Это хорошо.
Так, ну поехали. Спрашивают, выиграл ли я хоть одного алмазного игрока? Нет, такого никогда со мной не было. Все-таки 5 лет не такой большой срок. И я еще не успел натренироваться. Так, я не понял, почему у меня в чате перестали отображаться сообщения вот от БГСаболтера. Он в игноре, что ли, тоже? А, да, он там писал через восьмерочки и семерочки, точно. Блин, а уже игра началась, что ли? Да что ж такое? Так, все, сейчас будет победа. Сейчас будет победа. Опять ЗВЗ. Вот все зерги попадаются, понимаете? Орбитальная верфь. Еще оверлорда. А, погодите, я оверлорда-то не заказал, что ли? Ну я же сказал, еще оверлорда, почему я его не заказал? Ну, я говорю одно, делаю другое. Хочу сделать другое, а руки делают третье, короче. Нормальная тема. Так, королева. Собака. Вот так. Нам нужно больше Веспена. Еще оверлорда. Ну и, в принципе, там еще оверлорд понадобится. Ну все, вот как-то так. Опаньки. А, вот он где хату поставил. Какая самка стоять?
So unskill. Сейчас вернусь. Еще пару игр осталось до RimWorld. Пожалуй. Так, возвращаюсь. Я съел сырок. Стал добрым. Отзывчивым. И готов начать. Продолжить стрим. Добрый, отзывчивый пептар. Что может быть лучше? Почему вы видите мою грудь и не видите мое лицо? Надо чуть вот так повыше, да? О! Что-то хотел сказать. До победы. Я просто вспомнил, у меня еды-то нету, мне надо еще поужинать. Ужинать я буду котлетками. То есть, если я сейчас успею выиграть, то я приготовлю себе котлетки до RimWorld. Если не успею, то никаких котлеток.
Что стена за без обоев? Ну, в общем, это стена. И она без обоев. Нам нужно больше минералов. Нам нужно больше минералов. Мне считаю, надо запретить эти ГЛХФ. Их больше нигде нету. Зачем это надо? Никто в никаких играх не пишет это. Какая-то тупая показуха. У меня бомбит, я тут сижу, блин, злой на всех. И тут какой-то чувак из интернета пишет мне: ГЛХФ! Да я хочу, чтобы ты умер за компьютером! Я буду рад, если это произойдет. Главное, что я смогу тебя выиграть тогда. Какое ГЛХФ, черт побери! Я должен тебе ответить, потому что это манерно. Но если я желаю человеку чего-то плохого только ради победы, то как можно... Блин, при чем тут вообще манеры? Ладно, я стример, но они же не стримеры, они это пишут. Ты же хочешь победить! Ты должен желать меня порвать, разодрать в клочья! А ты пишешь ГЛХФ! Это какое-то вообще гейство, ты мужик или нет? Дерись, борись как мужик, твою мать! Давай! Без ГЛХФ, без этого девчачьего! А что-нибудь типа... I will destroy you! Вот так! Вот что должен писать мужчина. А не ГЛХФ какие-то сраные. Так, ролепонтики. Нам нужно больше минералов. А если он хочет получить удовольствие больше, чем победить, об этом я и говорю, значит он гей. Потому что только геи хотят получить удовольствие, а не победить. Потому что для мужчины максимум удовольствия в победе. Проф Малина говорит, что я меня дочь укусил. Или может быть Вовер? Так. Нам нужно больше минералов. Недостаточно энергии. Недостаточно энергии. Нам нужно больше минералов. Нам нужно больше минералов. Нам нужно больше минералов. Нам нужно больше минералов. Недостаточно энергии. Как они смеют мне говорить, что недостаточно энергии? Я их царь, бог, господин. А они мне такое. Энергии говорят недостаточно. Так, значит, не хватает надзирателей, да? Недостаточно не хватает надзирателей. Ох ты ж твою ж мать! Была она на этой карте, ну не на этой карте, она похожий такой билд. Так, погодите-ка. Наши рабочие атакованы.
Нам нужно больше Веспена. Водичка кончилась. Так, ну что, Зерк, Ликвид Ророк, Ликвид Ророк, тебе не жить. I'll crush you! Вот так, теперь всем буду доказывать, что я мужчина. Таким образом. Нам нужно больше минералов. Нам нужно больше минералов. Да блин! Нам нужно больше минералов. Нам нужно больше минералов. Блин, я хотел грустный смайлик поставить. Блин, что-то Ликвид Ророк не совсем Ликвид. Оверлорд, тайминги, королева. Понеслась. Собака, отлично. Нужен оверлорд. Оверлорд в продакшене. Королева. На самом деле он мог уже... Ага. Уйдет скотина. Уйдет. Эх, ушел. Кроме того, он знает, что я делаю. Вы думаете, знание спасет его? Нет. Ни единого шанса. А теперь вперед. Понеслась. Джиджи! Котлетки, я иду к вам.
Друзья, спасибо, что посмотрели стрим по StarCraft 2. На этом, как вы видите по черному экрану, он, стрим, заканчивается. Но совсем скоро будет начнется, придет время нового стрима. По какой игре? Вы могли бы увидеть прямо на своих экранах, но, к сожалению, я немножечко зафейлился, когда составлял эту картинку. И что же будет на самом деле? Догадайтесь сами.